Запись дубля. Запись дубля. Привет, я Водяр, и сегодня у нас итоги розыгрыша будут. Получается, я даже Last Day запустить не смог. На словах будет сложно объяснить. Короче, сегодня у нас итоги розыгрыша. Я быстренько скажу, кто победил. Это 5 человек, как я и говорил, 8 число. Правда, я сначала думал вырезать момент из стрима и просто вставить. Совсем ленивый способ. Но там минут 10... этих выборов бы происходило. Но в итоге, какие были условия? Подписка, лайк, комментарий и открыть подписки. Открыть подписки — это был основной параметр, по которому выбиралось. То есть, если я не могу проверить, подписан человек на канал, то все, он не получает приз. Крутой Лев, тебе привет, да. Тебе привет, остальным призы. Не всем я в роликах передаю приветы. Получается, было 5 человек, вот как раз таки здесь называется Победа 1, но не видно. Окей, вот это мистер Untouchable. Второй человек, здорово было бы выиграть хоть что-то, всем удачи. Турионер DFGX. Любой комментарий. Тарас, смекалочка, да, оригинально поступил. Вячеслав Ерошиня. Привет, Туси, хочу выиграть, но желаю всем удачи, участвую. И я догадываюсь, что он написал вот это. Привет, Туси, хочу выиграть, но желаю всем удачки. Потом изменил и добавил слово «участвую». И здесь Хион Рэй. Занимается каким-то своим каналом. И у меня была идея отдельное видео сделать, где моими победителями в розыгрыше были какие-то YouTube-деятели, то есть начинающие зачастую игроки. Блин. Водяр, не думай, делай! Будь здоров. Так, а что победителям нужно? Им нужно просто, ну, я, наверное, на словах объясню. Вам нужно связаться по какой-нибудь ссылке в описании, это будь ВКонтакте, будь Инстаграм, хоть даже Дискорд. Хоть в Дискорде найдите меня, там уже в личку сможем писать. Хотя бы. Без разницы. Главное, чтобы можно было скинуть фотографии. Все ссылки есть в описании канала, в любое место. В настройках игры, кликая на сервер, у вас все скопируется. Ваш идентификатор скопируется, и вам надо будет просто зайти в сообщение и нажать кнопку «Вставить». И написать, естественно, какую палатку вы хотите, какой скин. Вот, настройки, нажимаем на сервер, оно автоматически копируется, и мы потом будем уже общаться. И при общении ты такой берешь, нажимаешь вот так вот. Вроде бы девушек не было сегодня, так что можно на «ты». На ты прям как парень к парню. Ужас. И кнопку вставить. Вот так. Все, есть. Ну, по идее, такую фигню на самом деле лучше всего не палить. Все, на этом все. Пока-пока.